Отлично. Стоп, 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 ребята. Ящик подложите, а? Мимика? Уж ты придурок. Вашими устами, доктор. Куда же без него? Какая там у тебя научная степень? Как мы назад будем выбираться? Я, как выйду, позвоню. Можно перелезть, но надо было ехать. Мне лень, там холодно и скользко. Сверхъестественной властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Да-да, конечно. Точно, ведьма. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Заходят однажды в бар Лара Крофт, Альберт Эйнштейн и лошадь. Потом там довольно много всего произошло, но, в общем, никто так ни на ком и не женился. Но начало многообещающее, согласитесь. Невероятно. Это Пимико. А как это переводится? Смотрите, котел, свечи. Неужели это перевернутый крест Люцифера висит на стене? Затерянная империя. Но костер меня. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами легенда. Да? Перед нами золотая жила. Эй, идем, там ваш раненый. Куда же мы денемся? Это непробиваемый. Нельзя верить. У вас же оружие. Ничего противозаконного. Здорово, ребята. Я не хочу неприятностей. Нет. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвезти нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет. Это будет бестселлер. Это что, без патронов? Нет. Нет. Не надо. Ты нет, заряжен. Пусти. Не спорь с ними, Лара. Нельзя делай, так с девочкой. Говорят. Смотря какая девушка. Дай мне пистолет. Сука, грубиян. Иди. Ты еще поплатишься за это. Пошла. Сейчас только вещи соберу. Кто вы такие? Ты, походу, старший, да, здесь? Тихо! Лара! Ну, послухать, мочи их! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? А выглядит на 18. Вас взяли в плед. Ведите себя спокойно. Я уже люблю вашу маму. Оу, придурок. Только попробуй рыпнуться. А вот и попробую. Эй, блядь. Хорошо. Так, мужик, ты живой? Скорее, все-таки не совсем. Повезло ему. Он, блядь, сука, сюда идет. Не пали меня. Хорошо, я молчу. Вы, я и вы. Ищи ее! Там! Вон еще! О, боже! Эй, беглец попался! Так, теперь еще остальных! Вперед! Придется почти всех перебить. Плохо. Поддерживаю предложение. Чтоб другим неповадно было. Под кроватью, наверное. Ух, какие мы грозные. Всю команду, блядь, перебили. Думаешь, прячешься, кукла? Я никуда не уходила. Решила со мной поиграть. Можно сыграть в слова или в квест. Можете выбирать. От меня не уйдешь. Отлично. Давайте начнем. Выходи давай. Ох, опять риторический вопрос. Дядь, мы просто туалет искали. Да-да-да, конечно. Опа. Я не боюсь хомячков. Эй.
себе, она его укусила. Это у нас в крови. Нага, я пистолет. Чё ты сказал там, блядь? Иди в жопу. Давай. Я тебе помогу сейчас. Ну черт, еще пнуть, да? Скорую вызывать? Как он не сдох? Надо было в сердце стрелять. Жестокие вы. Урод. Бот, наверное. В чем дело, солнышко? Или как там тебя, птенчик? Медицина тут бессильна. Он тебя хотел, он тебя избить хотел. В первый раз всегда больно. Да. Ты как пистолет держишь? Это тебе не ложка поварная. Окей, учту. Патрошки. Сука, ты как без патронов-то? На зарядку поставьте. Куда нам? Так, а что если нам какого-нибудь говнюка завалить и забрать патронов? Забирайте, мне не жалко. Или ты так еще не умеешь, или умеешь? Может, еще как может. Черт! А до хрена народу спаслось. Вот еще одна! Взять ее! Вперед! Что это было? Она мертва? Не знаю! Хуже всего то, что мы готовы к самому худшему. Да, да. Я думаю, долго ждать не придется. Нам и тут неплохо. Привет, блин. Все только начинается. Че, сука? Мы упендривались. Как айсберг в океане. О, я тебя понял. Да, в семье проблемы. Встретимся в аду. Закрывай эту чертову дверь. Это трудно, но я попробую. Охуенно. Собирает мама сына в поход и говорит: вот, положила тебе масло, хлеб, гвозди. Он: зачем? Мама: ну как, масло намажешь на хлеб. Сын говорит: а гвозди? Мать: так вот же, положила. Конец анекдота. Ничего? Ничего. Блять, как же неудобно слушать вас бубнить в разные ухи. Подумайте о профилактике. Лечись. Да? Разряженный телефон. Дрянь, как всегда. Что? Опять танкер? Разрезанный телефон. Поставьте на зарядку. Скоро увидим. Команда уже тянет его к нам. Думаешь, мы наберем из них новичков? Вот уж не знаю. Им же лучше, если они сразу умрут. Это почему? А сколько последние провели в яме? Пару недель. И они уже умирают от голода. Ничего, кроме мочи и крови. Ага, жутковато. Одного из новеньких. Да, ничего хорошего. Да, живьем сожжем. Иди сюда, дядь. До свидос. Одеяло и подушки ждут ребят. Это плохо. Выздоравливайте. Давайте сюда.
все в порядке? Убить ее! Ой, боюсь. Все в порядке. Им не привыкать. Все. Там еще кто-то хочет спуститься в рай. Я вне очереди. Лара, ты на связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Рот, это кошмар. Тут убивают. Что? Кто? Люди. Не знаю зачем. Нескольких я сама убила. Остановитесь, пока не поздно. Это всегда нелегко. Ой, ну перестаньте. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Рот. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. За нее можешь не переживать. У нее отличный ангел-хранитель. Звучит как приговор. Ты наш мартышка. Я тебе пишу, ты в курсе? А я вас. Какая честь, только нас, да? Не только вас. Запусти VPN, уровень особой секретности. Окей. Не стоит вскрывать эту тему, поверьте мне. Смотри, как бы твою коробочку не вскрыли, засранка мелкая. Давайте договоримся. Вы не используете такую лексику, а я... Еще не придумала, но тоже как-нибудь себя ограничу. Лучше ограничь себя в передаче данных. Все, закончили эту тему. Я всегда могу с вами поговорить. Мы уже поговорили. Идеальный разговор. Ха! Может, опять девчонка для обряда? Ха, вот это фантазия. Да, вечером все узнаем. Там была настоящая бойня. Владимир команд, а чего ты знаешь? Он любит убивать. Наш самый большой грех в том, что мы люди. Не полслова. Эти парни уже давно с ним. Он им доверяет. Значит, им можно нарушать закон? Они сами законы. Просто повинуйся им. Ну, посмотрю, что там внизу. Нужна помощь! Уже бегу вас спасать. Нас мало, но мы в тельняшках. Ну, вашу мать! Сраные религиозные фанатики. Не обязательно верить в Бога, чтобы с уважением относиться к религии. Тихо, не ори, урод, ты стел сломаешь. Из говнюки услышат. Еще как слышно. Они думают, что мы упали и разбились. Или где-то там внизу потерялись. Пусть думают. Мне жаль их. А там смотрел? Что? Ты куда-нибудь... Вот вас тут двое краски не хватало мне. Мои соболезнования. Твою мать, а! Где она? Она где-то прячется! Вперед, пошли! Понял! Эй, я пошел! Фига нам ли? Ага. Окружай ее! Сделаю! Свобода! Сука, офигенный стелс, блядь. Нормально? Да. Чё, больно? Давайте наверх! На, блядь.
укрыться. Хорошо, пойдем наверх. Мне нравится ваша уверенность. Сюда, говно сраное. Я себе. Кто бы это мог быть? Могу позвонить в полицию. Ребята, не разбегайте, помощь уже в пути. Ребята, чистая. Что естественно, то не безобразно. Как будто это что-то плохое. Я тоже рад тебя видеть. Это точно. Боже, как досталось твоей ноге. Да нет, это только на вид страшно. До свадьбы заживет. Ты что-нибудь знаешь об остальных? Ничего. Все с ними нормально. Спрятались. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Выпейте таблетку. Да. Помоги мне. Идем. Не, парень, мы с тобой так далеко не уйдем. Это все, на что они способны. Выпрямитесь. Глубоко вдохните. Поднимите правую руку вверх. Выдохните. Проделайте то же самое с левой рукой. Зарядка очень полезная штука и совсем не сложная. Слава богу, он жив. Придется поверить в трагедию белок. Сраная камера, у меня галлюцинация начинается уже. Это уже не лечится. Волчьи следы. Мне нравятся котики. Хреновый план. Господи, что же делать? Купите хлеб, найдите озеро, найдите уток на озере, угостите уток хлебом. Вроде бы ерунда, а день прожит не зря. С точки зрения уток. Повезло тебе, сучка. Мягко сказано. Ничего страшного, с кем не бывает. Аккуратней, сейчас смоет. Интересный факт. В Антарктиде однажды было минус 93 градуса по Цельсию. По сравнению с этим, осадки в нашей деревне – это мелочи. Сраная погода. Плохой погоды нет, но ноги лучше держать в тепле, а телефон в чехле. Главное, не забудьте про телефон. Рюкзак там. Можно подождать, пока ее затопит. Это примерно 2 метра над уровнем моря. Интересный факт. Где это чудовище? Бежит за вами. Ну все, ждите. Не бойся. Он сразу как только выпрыгнет. Меня такие моменты всегда радуют. Забираем, это наше. Ваше и только ваше. Опа, начинается, тварь. Вы еще меня не видели? На ногах. Да где тут пистолет, а? Сейчас сожрут. Не люблю ужастики.
сожрали, да. Не бойтесь, я вас в обиду не дам. Сраные животные. Говорят, животные похожи на своих хозяев. Воришка сраная. Ночью это наш день. Это просто птичка, Лара. Я знаю, но все равно боюсь. Чё с тобой? В аварию попала.